я не знаю, где они смотрю. Бибике удемими, а за голыми вакцинами бабними. Занимался вакцинами, и ныне одни тумазы дисы. Вакцины бабними, хули, хули, голосил. А за голыми субсадиди, хамниваные у телу саду. Мова, мова худа себе бабдивати. А ново де бабди зимити, улыганчи, нюгусанчи. Это зимин. Я голосил. Все, кто хоть раз побывал на реке Бикин, отмечают неподдающийся логическому объяснению факт. Порой кажется, ты находишься на другой планете. Да, очень похожей на Землю, но в чем-то неуловимо иной. Такой, которая живет по сказочным законам, на которой все немного перепутано, зазеркально. Дикая древняя природа, лесные люди, равнодушные к благам цивилизации, желающие сохранить уклад и законы предков. Затерянный мир, буйство тайги и спокойная, философски созерцательная жизнь маленького поселка Красный Яр. Я думаю, что опять-таки будут предприниматься попытки зайти туда все-таки лесопользователей. Так легко отказаться от права на крупнейший, наверное, крупнейший оставшийся в мире массив кедрово-широколиственных лесов с такими ценными породами, как дуб, ясень, кедр. Я думаю, они не откажутся. Я говорить буду удади вам. Я бикинский удагеец есть. Мадзе голани, в тайге живу, в природе. Охочусь вакцинами, ну, промышляю, живу так. 16 лет пошел охотиться. Сегодня, нынешний день, стало 54 года. Ну, охочусь, живу. Хули, хули, хорошо, хорошо, помогайте. Бадзе гэлэ вэн созади иди хамьюна иные. Ну, чтобы природу топором не вырубили. Уйти этим русским, которые продают деревья, ну, рубят лес, продавая живут. Как будут удагейцы жить? Мяса не будет, рыбы не будет. Г, помогайте, удэ живут, чтобы жили хорошо, ну, чтобы удагейцы жили.